Всем приветики, с вами я, великий повелитель ветра, и сегодня я научу вас пердеть. Да-да, ты не ослышался, мы сегодня с тобой научимся пердеть. Ну и для начала, как ты уже понимаешь, нужно подготовить то место, которое мы будем это делать, то есть... Надо снять лишнюю одежду. Ну нет, конечно же, я шучу. Конечно же, нет. Мы будем с тобой пердеть не попой, а подмышкой. И сейчас я тебя научу, как это делать. Для начала делаешь руку вот так. А потом плотненько прилаживаешь ее под мышкой. Вот так вот. Плотненько низ прикладываешь прям максимально плотненько. И прижимаешь. То есть прижимается все полностью плотненько. Только сверху остается такой зазор. И он находится высоко под мышкой. И потом ты резко опускаешь руку. Понял, да? Ну, ты понял, да? Вот таким вот образом можно пердеть. Вот такое вот обучение. Ну, а на этом все. Всем покедова.